5 утра в начале 6 произошли взрывы. То есть что, где, пока не было понятно. Ну, где-то часов, наверное, в 7 утра уже появилась информация о том, что это вот был прилет технологический техникум, который расположен напротив, через дорогу от нас. И, соответственно, взрывной волной у нас в 3-м, в 4-м и вот во 2-м корпусе повылетали окна. Скорее всего, она была возле окна или взрывной волной ее убила. Но нашли ее вот прямо вот здесь под окном, с той стороны. Ничего тут уже не сделаешь. Вот в этой будочке, да. Ну, здесь же был холл, здесь был гардероб. Місце влучання, те, що знаходиться тут в мене за спиною, це близько вулиці Пушкінська, одне з адміністративних приміщень ХПІ, знову ж таки, в якому не було ні Збройних сил, ні територіальної оборони, як ви бачите. І, на жаль, тут ми маємо констатувати факт загибелі жінки 69-го року народження. Потому что старое здание.